Но она была такой себе. Так сказать, более... Ну, сейчас современная лучше намного. Ну, смутно помним, когда кольцо трамвайное было. Ну, помним, а как же. Тут, ну как, корпус двухэтажный. Вот тут было это. Вечером как ресторан, а днем был это люля-кебаб шашлычный. Во-первых, тут трамвай ходил, он заезжал именно на саму аллею. На аллее был... Ну, такой огромный проход, там, где были игровые автоматы. Ну, я думаю, что довольно много коммерции, но... Да, конечно, более чем. Поэтому с Дерибаска сюда приехали. Сейчас тут вроде более-менее сделали, ну, цивильнее и... Ну, именно сделали здание для того, чтобы были здесь игровые автоматы. Ну, вроде нормально. Ну, как? Не нравятся магазины эти, как на седьмом, получается. Они вообще не нужны. Здесь отдыхать люди должны, а не покупать что-то. Сделали базар, короче, с этого самого схода. А это ерунда полная. Я понимаю, тут мороженое продавать там. Ну, плавки. Но не эти самые, ну, не золото, не... Ну, в общем, не нравится абсолютно.